Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни в эфире программы «Влияние». И рад представить гостя нашего эфира, это Светлана Иотко. Приветствую тебя. Приветствую, спасибо за приглашение. Друзья, краткая визитка. Светлана Иотко, журналист, телерадиоведущая, корреспондент Тихоокеанского объединения, тренер по ораторскому искусству. Замужем. У Светланы и Славика трое детей. С 2021 года они проживают в городе Сакраменто. Служители в Grace Avenue Bible Church. Светлана, признаюсь тебе, по отзывам наших телезрителей, им очень приятно, когда на программу приходят молодые, талантливые, любящие Господа люди. Поэтому в первую очередь хочу сказать спасибо за то, что ты согласилась прийти на эфир и поделиться о творчестве, о жизни Светланы Иотко. Спасибо, Гена. Мне это немного необычно, волнительно, потому что обычно я задаю вопросы. Сегодня буду отвечать на них. Давай попробуем, как тебе получается отвечать. Задавать ты умеешь. Спасибо. Давай начнем первый наш вопрос. Я хочу так расспросить, чтобы нашим людям было интереснее узнать, в какой семье ты родилась, где ты родилась? Я родилась в Украине, в городе Днепр. На тот момент это был Днепропетровск, после декоммунизации это просто Днепр. Украина, соответственно, любимая страна, по которой я очень сильно здесь скучаю. Семья обычная, среднестатистическая, советская семья инженеров. Папа у меня спортсмен, активно занимался греблей, и эти навыки он всячески передавал мне и моей сестре. У нас в семье было всего двое детей. На тот момент это считался такой золотой стандарт. Двое детей, и это нормально. Мама прививала нам любовь к природе, к знаниям, постоянно с нами занималась. То есть мы хорошо учились, мы обе были отличницы. Мы очень много времени уделяли учебе. Не в том плане, знаешь, что прям зубрили все сильно, просто была цель иметь хорошие оценки, достигать максимально высоких результатов. И это было как в спорте, так и в жизни, в учебе, в разных всевозможных кружках. Вот. Возвращаясь к семье, хочу сказать, что родители на тот момент, они были, скажем так, наверное, неверующие, да, но бабушка у нас была православная, и она, вернее, даже прабабушка была православной, потом уже поколение бабушки уже были атеистического склада, характера, а родители, скорее всего, ходили в церковь больше так по праздникам, и то очень редко. Православную. Вот. Знаешь, да, православную церковь ходили, и то я скажу, что не с большой охотой. Но бабушка моя, она научила меня молиться «Отче наш». И вот еще до прихода в церковь, я помню, что я уже знала молитву «Отче наш». Ты уже была готова вот, приходить. Да, я уже была готова, потому что знала основную молитву. Поэтому самые теплые отзывы о родителях. Очень люблю, передаю привет, если они будут смотреть. Папу зовут Владимир, маму Елена. Я очень их люблю, и хоть сейчас нас разделяют расстояние, но все равно очень тепло, когда ты можешь позвонить по Вайберу, поговорить. Благодаря современным технологиям расстояния они иногда не ощущаются настолько сильно, как это было раньше. Поэтому семья простая, маленькая, и поэтому, когда трое детей у нас... У вас сейчас. Да, у нас сейчас трое детей со Славиком, да, вот, то есть для моих родителей это было как-то, ну, многовато, Света, зачем третий ребенок, как бы уже, как бы двое и так хватит. И я помню еще, когда в Украине тоже гуляешь во дворе, и люди на тебя так смотрят таким взглядом, как бы, ну, жалеют тебя просто все. Какие ты... смелые родители, да, у вас трое детей. Да, какие смелые родители, или там ты идешь с двумя детками за ручки, беременна, да, третьим ребеночком, а у нас дети, у них по 2 года разницы, и я помню эти взгляды соседей, такие жалостливые, прям, ну вот, бедная несчастная женщина. Даже так? Да, да, когда я приехала в Америку, я увидела, что семьи как по мало, 5, как по 6, мало, 3 по мало. 10 детей, да, и трое показалось уже совершенно таким небольшим числом, поэтому все возможно. Спасибо. Знаешь, друзья намекают на то, что пора. Вы же молоды, у вас все может быть. Все может быть, да. Да. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте начались проявляться твои таланты, способности? Как ты вообще?
Я пришла к Богу в 16 лет, и мне кажется, именно в тот момент Бог раскрыл все мои таланты, способности, может быть, начал постепенно их раскрывать шаг за шагом. Но анализируя сейчас уже всю ситуацию, свою жизнь, я понимаю, что еще с детского садика я уже там участвовала. Под елочкой, да, с Дедом Морозом какие-то стишки рассказывала, была соведущей и участвовала в различных кружках самодеятельности, поэтому я думаю, что еще вот с такого 2-3-годичного возраста, наверное, какие-то таланты начали проявляться. Потом это школа, это танцевально-хореографический коллектив, который очень много дал в плане умения вести себя на сцене, вот этот артистизм, не бояться камеры, не бояться микрофона, не бояться людей, пространства, не бояться. Да, не бояться людей, различные театральные кружки, КВНы, творческие вечера. Я помню, у нас был очень хороший преподаватель английского языка, и она часто ставила театральные постановки на английском языке, и я постоянно занимала какие-то такие лидирующие роли, то ли слова автора, то ли еще какие-то важные такие вот моменты, и я понимаю, что, наверное, постепенно Бог меня подготавливал к моменту уже прихода в церковь. И там я тогда только осознала, да, что эти таланты не нужно скрывать, их не нужно держать в себе, их нужно раскрывать, служить Господу и благословлять других людей теми способностями, которые у тебя есть. Особенно если ты это можешь делать для назидания других, не просто для своей славы или для того, чтобы где-то там, не знаю, покрасоваться или получить пару-тройку комплиментов, а для того, чтобы принести, прославить Бога. Да, принести пользу какому-то обществу, прославить Господа, и еще больше людей могли услышать о Его великой любви. Спасибо. А вот ты уже затронул этот вопрос, в 16 лет ты покаялась. Можешь вспомнить, как это было? Да, это было, скажем так, не по моему желанию, как мне сейчас кажется. Мне кажется, Бог меня уже 2-3 года до этого вел, и Он меня подготавливал. Потому что я думаю о том, что были приглашения в разные христианские церкви, молодежные лагеря вот за несколько лет до того, как я наконец-то попала туда. То есть в 16 лет моя одноклассница, она была христианкой, и она пригласила меня в молодежный центр «Альфа и Омега». При том, что эта девочка, она пришла к нам в школу как новенькая, да, буквально, может быть, год назад, и мы с ней так подружились. Получается, что я как-то так с осторожностью относилась, да, к разным сообществам. Мы вообще были такие более домашние дети, время проводили всегда с семьей. На выходных у нас были семейные поездки на речку, там, шашлыки, лодки. То есть мы как-то вот общались только в семейном кругу. И какие-то сообщества, а еще и церковные, нас немного смущали. Но Катя, ее зовут Катя, привет, хочу передать и благодарность Кате. Где она сейчас живет? Она сейчас в Америке тоже. Ну, как хорошо. Да, поэтому Катюша Остапцова – это человек, через которого Господь коснулся меня и через которого я по факту пришла к Богу. Она пригласила меня в этот молодежный студенческий центр «Альфа и Омега». Угу. Я там была несколько раз, не скажу, что мне очень понравилось, но заинтересовало предложение попасть в молодежный лагерь. На тот момент они оплачивали большую часть стоимости лагеря. Угу. Я понимаю, что сейчас по американским меркам, я, наверное, даже не вспомню, сколько это стоило, но на тот момент для нас это были большие деньги, так как семья была обычная. Я не скажу, что мы там богаты были, у нас машины не было. То есть мы как бы обычная простая семья была. И попасть в молодежный лагерь дешевле, это было что-то такое вот интересное. И я согласилась, да, то есть оплатив там символическую стоимость, может, там 100 или 200 гривен на тот момент, я попала в лагерь. И там уже началось самое интересное. Ты же там не сбежишь никуда, да, то есть нравится, не нравится. Сколько дней был лагерь? Дней, был лагерь 10 дней. Ну, вот. Конечно. И на протяжении этих 10 дней я слушала проповеди пастора Роланда Сайенса, это миссионер из Канады, который занимался духовным попечением молодежного студенческого центра «Альфа и Омега». Потом наш руководитель Михаил Жовнер, он также проповедовал, и очень много лидеров, которые
Вот зернышко за зернышком что-то вкладывали, я слышала, Господь работал в моем сердце, и под конец этого лагеря я уже просто не выдержала. На девятый день я покаялась, но мне было стыдно выходить перед всеми. Я каялась в личном общении со своей подружкой Катериной, да, потому что как-то такой духовная борьба была, серьезный всплеск эмоций был, и мне сложно было, мне легче было наедине с ней покаяться. Но это был такой яркий очень момент, это вот прям я физически ощущала, что Бог заходит в мое сердце, да, присутствие Божье. В момент молитвы, конечно, это все со слезами, все очень эмоционально, и в момент молитвы как будто, вот, знаешь, такой как свет открылся из сердца, который светит до сих пор, это просто вот такое слава яркое, Господа. Да, яркое ощущение славы Господа. И я скажу, что я ни разу еще не пожалела об этом Слава моменте, Богу. Но на следующий день, когда уже был призыв к покаянию всеобщий, да, то есть многие люди каялись в группках где-то отдельно, кто-то выходил на сцену и уже вызывали всех, вот кто покаялся в течение этого лагеря, выйти Ты на уже сцену. В первых рядах. Ну, я уже, да, я уже вышла вместе со всеми. На тот момент при количестве студентов в лагере где-то 300 человек, обычно человек 150 каялось, потому что мы брали, то есть лагерь был целенаправленно рассчитан на неверующих людей. Это я уже сейчас понимаю, когда я уже потом начала сама проводить такие лагеря, быть лидером, проводить группы по изучению Библии. То есть идея евангелизационных лагерей как раз и заключается в том, чтобы привести к Богу неверующих людей. Тогда это у нас была молодежь именно, потому что студенческий центр занимался евангелизацией молодежи, и я попала в эту волну. Как же приятно это все слышать, что так много людей пришли к Господу, молодежи спасли. Света, скажи, пожалуйста, я знаю, что каждый человек говорит, когда пришел к Господу желание трудиться, что-то делать, весь мир перевернуть. Как у тебя происходило? Где ты участвовала? Где ты что-то новое начала? Расскажи. У меня сразу же было такое огромное желание все делать, все хочу. Хочу вернуться к лагерю. Я познакомилась там с очень многими христианами, которые как бы создали такой позитивный образ христианства, потому что до этого мне казалось, что христиане это там бабушки такие. Только старшее поколение. Вот, только старшее поколение, которые ничего не знают в жизни, как просто ходить и целыми днями молиться, отбивать вот пороги церкви, и я так, меня это очень сильно пугало. Там я увидела молодежь, которая яркая, жизнерадостная, у них есть цели, стремления, они учатся, они путешествуют, они планируют свою дальнейшую жизнь, размышляют, то есть настолько это все интересно было, и они меня зажгли тем, что я захотела тоже быть такой же целеустремленной. Я не скажу, что у меня была плохая жизнь, я была, скажем так, правильной девочкой, то есть все было хорошо. Но увидев их, ты сказал, увидев я их, хочу, как я они. Хочу, конечно, я поняла, что мне чего-то не хватает. Я люблю приводить этот пример, что независимо от того, насколько ты хорош, у тебя есть все равно пустота в сердце, да, которую может да. заполнить только Бог. Вот это как раз мой случай, потому что я не успела не успела, да. Бог тебя сохранил, потому что хотел тебе Славику подарить такую прекрасную, чистую. Да, слава Богу. И поэтому сразу же мне захотелось что-то делать для Господа. Но здесь было другое препятствие. Сказали, что сначала ты должна прочитать Библию всю. Для того, чтобы активно служить, нужно для начала прочитать Библию, ходить на изучение Библии, быть частью группы по изучению Библии и обязательно принять крещение. Нам не разрешали никакое активное служение вести, пока ты не примешь крещение. Осознанно уже пообещаешь Богу служить Ему. Не станешь членом церкви. Совести, да, и пока ты не станешь членом церкви. Ну и получается, после того, как я покаялась, я год где-то вот росла, возрастала, узнавала, для чего вообще церковь, потому что миссионерский центр Альфа и Омега, он был предназначен для того, чтобы привести людей к Богу. Угу. Это как прихожая в церковь. И после этого тебя знакомили с разными церквями города, и ты уже мог выбрать себе да церковь. Да ты что? Вам разрешали тебя выбирать? Конечно, да. Ну, соответственно, знаешь, люди, которые руководители в нашем центре, у нас очень интересно было, у нас были лютеране, баптисты, пятидесятники и адвентисты, у нас были очень много разных направлений было, и поэтому каждый вроде зовет в свою церковь, идем туда, сходим, посмотрим, идем туда, сходим, посмотрим, идем туда, и ты уже ходишь и смотришь, где ты чувствуешь себя более комфортно. Ну, ты выбрала баптистскую церковь. Ну, крещение я приняла в баптистской церкви, почему? Потому что руководитель Михаил Жовнер, он говорил, что вот баптистская церковь такая вот самая.
общем, стабильная вот и надежная. Ты себя увидела там, да, правильно? Да, да, мне церковь понравилась, там было много моих друзей, и мы очень активно молодежное движение начали развивать в Днепропетровской центральной баптистской церкви, и там появилась возможность служить, играть на гитаре в воскресной школе для деток, а я как раз тогда увлеклась игрой на гитаре, мы там пели, то есть, скорее, знаешь, есть вариант служения, да, если ты видишь уже себя потенциально в той церкви, то ты уже думаешь, да, я вот в этой церкви, я могу себя реализовать, могу что-то делать там. Вот. Были периоды, когда мы помогали другим церквям, миссионерским церквям тоже восстанавливать их молодежное служение, помогали с группами прославления, и тогда мы могли как бы часть нашей молодежи делегировать, например, на помощь другой церкви. Но в итоге все равно я являюсь членом баптистской церкви города Днепр. Передаю привет пастору Сезоненко Сергею Владимировичу. Он тоже является огромной частью моего духовного роста и воспитания. И я помню тот момент, когда принимала крещение, а крестил меня пастор Иван Сагун. Это был другой. У нас так пастора меняли. Да, возможно, да. Возможно, твой однофамилец. Вот. И я помню настолько яркий этот момент. У нас крещение проходило в реке, и когда меня спрашивали, веришь ты? Я говорю, да, хочешь ты принять крещение? Да, обещаешь там Бога? Обещаю. Я уже, ну да, конечно. Я уже так говорю, ну конечно, уже сколько можно задавать вопросы. Я уже готова, да, готова принять крещение. И вот так вот, получается, в 16 лет я покаялась, в 17 лет я уже приняла осознанное решение следовать за Господом и служить Ему в церкви. И с тех пор понеслась активная такая жизнь, служение. Пусть она никогда не останавливается в твоей жизни, потому что, зная, какая ты активна здесь, в Сакраменто, искренне хочу пожелать, старайся, пожалуйста, и дальше. Но все-таки ты же начала петь в группе прославлений, ты стала музыкантом. Каким музыкантом ты стала? Можешь рассказать? Да, я хочу тебя поправить. Я не совсем петь сразу стала, я больше стала играть на гитаре. И где-то, может, на бэк-вокале подпевать. Меня заинтересовала бас-гитара. Я знаю, многие начинается смеются. Да, на бас-гитаре? Конечно, бас-гитара. Я на тот момент была одной из самых первых девочек-басисток вообще в Днепре и, возможно, и в Украине. Среди верующих? Среди верующих. Но я так потом смотрела, среди неверующих тоже девочек было очень мало, может быть, там 2-3 и все. То есть мне просто заинтересовала игра на гитаре, но, честно скажу, показалось, что 4 струны легче, чем 6 струн. Я параллельно вообще занималась и на акустической гитаре, и на бас-гитаре. Мой преподаватель, он очень так тоже классно играл, и мне захотелось, да, вот играть как он. Я благодарна, у меня было несколько людей, от которых я училась играть, много уроков брала тоже и онлайн, и я бас-гитару, я просто вот обожаю. Знаешь, это ритм-секция. Я до сих пор считаю, что бас-гитара и ударные — это главное в музыкальной группе, потому что это ритм-секция. Вот простите меня, все остальные музыканты, но вот без бас-гитары и барабанов просто невозможно. Можно сбиться просто. Да, да. Поэтому так интересно было, что на каком-то этапе приходили в молодежный центр «Альфа и Омега» послушать прославление или наши концерты, только для того, чтобы посмотреть на девочку-басистку, да, для того, чтобы посмотреть, что это там такое интересное происходит. Вот. Поэтому это тоже один из вариантов, я считаю, когда ты привлекаешь людей к Богу чем-то уникальным, необычным. Творчеством. Конечно, творчеством, да. Люди интересуются. И вот та категория музыкантов, да, людей, которые интересуются музыкой, живой музыкой, они приходят, они задают вопросы, они общаются. И это своего рода тоже евангелизация на уровне музыкантов, потому что человек, который играет на гитаре, он легче послушает человека тоже, который гитарист, который христианин и который донесет ему благую весть. Да, согласен. Это то же самое касается и певцов, и пианисты. Угу. То есть это все намного легче. То есть музыкальная сфера — это уже тоже своя такая сфера, где легче говорить на одном и том же языке. Угу. И так как в Украине на тот момент очень много было неверующей молодежи, мы акцентировали внимание именно на молодежь, на интеллигенцию, на тех, кто является студентами различных вузов, потому что наш руководитель Михаил Жовнер, он часто повторял, что молодежь — это будущее страны, то есть нужно сейчас вкладывать в молодежь, изменять их мышление, сознание, и когда они приходят к Богу, они уже потом могут менять общество, потому что именно молодые люди — это будущие лидеры, будущие президенты, будущие политики, врачи, учителя, ведущие, поэтому мы вкладывали тогда в молодежь, и
получается, что я была как бы плодом этой евангелизации молодежной, и потом я смогла служить для того, классно, чтобы приводить молодежь к Богу. Спасибо. Я знаю, что ты начала писать стихотворения. Да, это еще одна сфера, которая, это знаешь, как снег на голову. Только стихотворения или песни тоже? Песни, знаешь, песни, получается, многие стихотворения, они стали потом песнями. Угу. Я не сильно много внимания уделяю как бы вокалу, да, я работаю над этим. У меня есть несколько записей, но я их еще пока... Скромничаешь. Да, скромничаю, я их пока как бы боюсь, да. Ну, а стихотворение можно уже как-то услышать? Да. Стихотворение — это то, что на меня свалилось как-то сверху. Я никогда не писала стихотворение, но максимум какие-то шуточные рифмовочки в школе еще. А здесь бывало такое, что ты идешь просто по улице куда-то, ну, там мы много очень ходили, мы там не ездили. Там ты просто можешь полчаса, час идти. И рассуждаешь, молишься, и стихотворение пишешь. И бывало такое, что пока ты не запишешь какие-то строчки, которые у тебя витают в голове, ты просто не успокоишься, тебя вот эти мысли не отпускают. И бывало такое, идешь просто по улице, что-то записываешь, и большая часть моих стихотворений — это как раз вот то студенческое время, это та пора, когда я только пришла к Богу. Из позднего творчества, ну, уже такое более серьезное, и не так уже много, не так активно я писала. Но мои ранние стихи отражают ту первую любовь к Богу, те переживания и благодарность за все, что Он мне дает. Пожалуйста, я хочу попросить, выбери несколько. Сейчас я выберу. Теперь я посмотрю, вот у меня есть, видишь, сборничек «Я Вильна». У тебя даже свой сборничек есть. Да, кто тебе его сделал? Вот благодаря моему прекрасному мужу Святославу. Я чувствую его любовь в том, что он делает мне часто сюрпризы. На одну из годовщин нашей свадьбы он тайком где-то он нашел мои рукописи. Обычно, как, знаешь, поэты, творческие люди, где-то у тебя на обрывках все записано, где-то... Ну, там в папочке где-то ты их слаживаешь, прячешь. Где-то в папочках, где-то в разных блокнотиках, что-то в компьютер я стала переносить. Но он нашел, он часть нашел моих стихотворений и подарил мне такой сборник моих же стихов. Он тайком от меня договорился с дизайнером, девочкой из Запорожья, Настей Таран. Она сделала обложку, дизайн, и просто вот он мне на годовщину свадьбы дарит мой сборник. Я вообще не поняла. Какой я молодец. Плакала. Какой я плакала. Ну, конечно, такой муж молодец. Скажи, пожалуйста, так. А в этих книгах просто твои стихотворения, да? Это сборники? Вот эти вот сборники «Новые времена» — это уже здесь. Мне предложили поучаствовать в таких вот литературных альманахах. Это сборники христианской поэзии. Для меня большая честь. Вот меня пригласил Петр Панасенко, и мы как бы, ну, вот с радостью. Там есть тоже несколько моих стихотворений наряду с другими авторами. И есть еще сборник «Вимоги часу». Украинская. Тоже українською мовою, да, я ж пишу українською мовою також, у мене є поезія і українською, і російською. От, і тут є також мої вірші, поэтому для мене теж велика честь, що уже здесь, Открывай. В Америці, я можу публікуватися в цих зборниках. Ну, хочеться, наверное, перше стихотворення, яке... Хочу прочитать, называется «Благодарю». Это, кстати, стихотворение-песня. Я могу сказать, что песня — это песня, которую пела моя музыкальная группа «Экспресс», такой немного роковой обработки, но... Нормальное смысл... у вас название — «Экспресс». «Экспресс», да, кстати. Но «Экспресс» — это, знаешь, «экс» как бывший, «пресс», что мы были когда-то под давлением греха этого мира, а теперь мы свободны. То есть идея Красиво. Свободы, да. Вот Красиво. Музыкальная группа «Экспресс». Мы играли такой альтернативный рок, но сейчас я просто хочу подарить это стихотворение слушателям пожалуйста, программы пожалуйста. «Импакт». Сейчас попробуем. Давай. Дальше. Благодарю за каждый вздох, за каждый взгляд, за каждый миг, за то, что рад, что вижу мир и жить могу, мечтать и петь. Жить наяву благодарю. За теплый дождь, за солнце луч, за мир любви, где нет ни туч, ни хмурых лиц, за радость встреч, за тихий бриз и трепет свеч благодарю. За рук тепло, за боль и муку, за поцелуй и за разлуку, за нежность, новое свидание, за красоту, очарование. Благодарю. Беспечность юности, ночные звезды, палящие лучи и зимние морозы,
за стук сердец, твое дыхание, за отблеск счастья и улыбку обещания. Благодарю. Это стихотворение положено на песню и на какой-то момент времени было очень популярным. Спасибо, что, ну, красиво как. Оно отражает благодарность и как бы человеческую, да, в человеческом мире, в любых жизненных обстоятельствах, вот эту беспечность юности, какие-то воспоминания молодости и одновременно понимание того, что Господь, Он во всем присутствует, Он тебя оберегает, охраняет, ты с Ним всегда и повсюду, и это является неотъемлемой частью твоей жизни. Слушай, я думаю, что я найду эту песню, я дам тебе ее как-то послушать. Слушай, ты как ведущая, насколько ты красиво рассказываешь вступление, переходы. Вот этот талант у тебя, он же присутствует везде. Спасибо, хочешь еще стихотворение? Сейчас я думаю, что я думала о том, что Господь настолько прекрасен и чудесен, что Он благословляет нас и наполняет жизнь радостью и красотой. Тема красоты меня всегда вдохновляет, и, конечно же, красота для меня прежде всего в Боге. Вот, поэтому вот следующее стихотворение уже, кстати, написано здесь, в Америке. Давай. И, да, сейчас мы тоже... Как сложно немного... жить эмигрантом. Нет, ты знаешь, вот оно не такое грустное. Пожалуйста. О Боже, ничего прекрасней нет, чем чувствовать Тебя. И больше в жизни счастья нет, чем излучать Твой свет, любя. Людей, природу, мир вокруг. Желая жить, гореть и быть детем Твоим и знать, кто друг, а кто мой враг. И по течению не плыть, а жизни радоваться. Жить, не просто быть. С тех пор, как Ты во мне, живу лишь для Тебя. С тех пор, как я с Тобой, любовь — вся жизнь моя. Ты веру подарил, и в сердце Твой покой. Ты силой наделил, в душе горит огонь. И радость без сомнения, и счастье — Твой венец. И жизнь Тебе вверяю, мой друг и мой отец. И нет чудесней ощущения, чем быть в руке Твоей святой. И нет сильнее вдохновения, чем то, что дарит Дух Святой. Спасибо. Ну вот последние строки из этого стихотворения положены в эпиграф к одному из сборников, в котором я публиковалась, насчет вот «нет чудеснее ощущения, чем быть в руке Твоей Святой, и нет сильнее вдохновения, чем то, что дарит Дух Святой». Потому что я верю, что вот все, что мы делаем, оно вдохновлено. Ты это там в Инстаграме где-то выставляешь свои четырехстишья. Знаешь, у меня есть отдельная страничка тоже поэзия, поэм Светланы Иотко, но я ее не сильно развиваю. Во время ковида я начала записывать свои стихотворения. Опять же, муж мой вдохновил меня, говорит, ты всегда... Какой у тебя муж молодец? Да, мой Славик, он молодец, он хочет поддержать меня, вдохновить, и он мотивирует меня на то, чтобы я записывала свои стихотворения в виде видео. Поэтому на моем YouTube-канале Светлана... В виде видео? Да, в виде видео, такая тавтология небольшая. То есть это как... Это не песни, да, но это под музыку, красивые виды. Мы уже даже пару стихотворений здесь сняли, на океане, там, со скалами. Есть очень красивые Зайдем видео. Зайдем на твой Инстаграм. Инстаграм и Ютуб можно. Светлана Иотко, Beautiful People. Там есть записи моих стихотворений под музыку. Начала я записывать стихотворения уже на YouTube-канал во время ковида, когда невозможно было выходить, был такой жесткий локдаун. А трудиться хочется, рассказывать хочется, поэтому да, YouTube, да, как, хочется. YouTube пригодился. Как раз хорошая возможность, поэтому стихотворения можно тоже слушать и читать на моем YouTube-канале. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, с нами сегодня Светлана Иотко, журналист, телерадиоведущая и также тренер по ораторскому искусству. Она еще красиво говорит. Ваш переезд в Америку интересным был тем, что ты сразу же с первых же, наверное, дней начала быть радиоведущей, это радио Этно FM, и ты ведешь программу «Красивые люди». Насколько мне известно, ты этот проект еще в Украине начала и здесь, в Америке. Ну, поделись, пожалуйста, как этот проект у тебя, ну, появилось желание, идея появилась, и вообще, насколько надо быть красивым, чтобы попасть на этот проект?
Спасибо, Геннадий, за вопрос. Я знаю, что ты был в программе «Красивые люди». Всего лишь один раз. Да, всего лишь один раз. Но на самом деле идея проекта «Красивые люди» родилась из моей внутренней уверенности, веры в то, что каждый человек уникален и прекрасен. Хочется помочь людям раскрывать их внутреннюю красоту. Я столкнулась в своей жизни с тем, что есть очень классные люди, талантливые, они креативные, они замечательные. Вот я вижу, насколько они красивые, а они себя недооценивают. И мне хотелось через интервью раскрыть их внутреннюю красоту, для того, чтобы они своей жизнью могли мотивировать также других людей. Это первый момент. И второй момент, то, что касается немного внешней красоты, чтобы люди не забывали о том, что нужно следить за собой, как ты выглядишь, как ты ведешь себя, как ты разговариваешь. Потому что, к сожалению, статистика в Украине, как и в Америке, плачевна в плане даже разводов, да, и часто женщины перестают следить за собой внешне, и мужчины смотрят на других женщин. Да? Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы женщины, христианки, следили за собой, выглядели красиво, привлекательно для своего мужа, чтобы не давать лишний раз повода вашим мужчинам засматриваться на других. Поэтому красивые люди — это и о внутренней красоте, что является первоочередным, и, конечно же, о важности внешней красоты, занятием своим здоровьем, правильно питанием, внешним видом, стилем. То есть здесь очень много разных факторов. Ну а пока я этот проект вынашивала, у меня не было смелости реализовать его. Почему? И ты, наверное, слышал эту веселую историю насчет прыжка с парашютом. Летела в воздухе, вот однажды нам захотелось... Это в Украине было? В Украине. На День независимости мы решили командой опять молодежи... Опять муж подарил или ты сама? Там уже муж тоже принимал участие, да, он частично вложился в этот прыжок с парашютом, но сам побоялся прыгать. Знаешь, он отпустил меня с друзьями. Благословляю тебя, дорогая, отправляйся. Он снимал с земли видео. Да, конечно, а как же по-другому он бы тебя снял? Только с земли. Конечно. Все правильно. Да, поэтому прыжок с парашютом, он открыл какую-то еще одну, я не скажу, что сверхспособность. Что это за чувство? Это просто невероятное чувство, когда ты летишь, и ты не контролируешь вообще, что с тобой происходит. Здесь элемент полного доверия Богу, ну и, конечно же, инструктору, потому что это был прыжок, это тандем-прыжок с инструктором. Да. Да, потому что на такой одиночный прыжок я бы, наверное, не решилась еще, потому что там нужно долго тренироваться. А тандем-прыжок — это когда инструктор за тебя делает самые такие жизненно важные моменты. И, конечно, первый момент — это когда он выталкивает тебя из самолета, потому что когда ты уже на подходе, ты видишь, тебе уже не хочется, то есть здравый смысл срабатывает, ты уже не хочешь прыгать, и он тот, который тебя все-таки выталкивает из самолета, и ты летишь. Вот эти первые несколько секунд, это почти минута свободного падения, это, наверное, самое невероятное ощущение, которое можно испытать. Возможно, что-то подобное, когда ты на волнах в море качаешься, да, вот, и ты просто как бы принадлежишь морю, океану, и ты просто растворяешься в этой вот стихии, и там ты растворяешься в небесной стихии, ты просто летишь, и это настолько невероятно, чувствуешь, как будто Господь рядом, и ты одновременно, и страх есть такой, что вот вдруг что-то не так пойдет, да. Вот, и одновременно это просто, ну, выброс адреналина в любом случае, когда уже раскрывается парашют, ты уже летишь, и у тебя уже тут открывается возможность что-то сказать. Ты так красиво рассказываешь, но все равно я бы не прыгнул. Ну, скажи, очень захотелось. После этого ты захотела... И после этого появилось какое-то дерзновение, смелость, ты уже такой приземляешься на землю, и ты понимаешь, что ты сделал какой-то шаг, чего-то, вот, преодолел себя. Это скорее связано с преодолением себя, как часто говорят, выход из зоны комфорта. Когда мы делаем курсы ораторского мастерства, я тоже людям говорю: выйдите из зоны комфорта, сделайте что-то больше, на что вы думаете, вы способны. И мне кажется, прыжок с парашютом, он стал той мечтой, которая воплотилась, но и одновременно это сделать что-то, как бы, чего ты раньше боялся сделать. И после этого, когда ты приземляешься, ты чувствуешь себя таким смелым человеком. Да, хочется снимать видео, рассказывать и делиться этими эмоциями, впечатлениями. И поэтому уже где-то через несколько недель после этого, я все говорю, мы уже так, все, запускаем проект, я придумала название, это «Красивые люди». Меня очень сильно вдохновила песня группы «Новый Иерусалим», «Красивые люди», которая часто как раз звучит в начале этой программы. И когда мы уже сняли несколько видео,
видео в Украине, где-то пару лет он существовал в Украине. Перед тем, как мы приехали сюда, мы уже смогли его воплотить на радио в более такой расширенной версии, потому что видеопроект, он заключался в том, чтобы за 5-7 минут рассказать о красоте человека, выложить основные мотивации, какие-то мотивационные моменты, жизненное кредо этого человека, потому что это связано с тем, что люди много не смотрят видео, и тогда мы делали все так для молодежи, коротко-коротко. Здесь мы приехали, здесь люди готовы слушать целый час, да. Поэтому ко мне приходят на радио Этно FM. Я благодарю тоже руководство, Давида благодарю, Пономаря, что он сказал мне, ну, попробуй. Знаешь, как бы, вот у тебя есть такой видеопроект? Он говорит, с твоими-то способностями, что пробовать? Сразу начал? Он говорит, да, ну, попробуй, давай посмотрим. И поэтому попробовали, вроде бы пошло, людям стало интересно, люди стали приходить, слушать. Очень известная передача. Спасибо тебе за это. А скажи, пожалуйста, курсы ораторского мастерства, насколько вот ты в Украине там начала, здесь начала, мотивация людей отличается? В Америке что-то... Очень сильно. В Украине хотят это учиться. Настолько популярно. Я сама прошла не один тренинг, не одни курсы ораторского мастерства. Это самосовершенствование, саморазвитие. То есть помимо того, что ты учишься журналистике, ты, например, занимаешься по повышению там, навыков писателя, да, там, как-то чтение стихотворений, где-то развиваешься, то вот эти курсы ораторского мастерства у нас очень популярны. Бывает такое, что известные ораторы приезжают в город и целый день-два проводят тренинги. И люди идут, люди хотят получать знания, хотят учиться. Здесь я заметила, что людям как-то это менее актуально, потому что люди не так следят за тем, как они разговаривают. Здесь больше меркантильное отношение в плане заработка денег. Если я плохо разговариваю, но я зарабатываю деньги, то меня будут все равно слушать. И так все нормально. Мне хочется, вот знаешь, я еще приехала, мы меньше 3 лет здесь, и еще есть вот это вот такое наивное желание помочь людям стать лучше, раскрыть их красоту. И хочется тем людям, кому это нужно, да, кто чувствует в себе потребность красиво, уверенно разговаривать перед публикой, на сцене, возможно, стать ведущим, возможно, просто презентовать свой бизнес, свое дело. Люди приходят, даже человек, иногда вот фотограф, да, но он не может рассказать, выйти, что он делает конкретно, не может пригласить к себе в Инстаграм, в свой видеоблог. И поэтому вот хочется тем людям, которые заинтересованы, дать возможность получить знания. При том, что у меня этих знаний столько накопилось из области журналистики, знаешь, что мне кажется, на какой-то момент они начинают уже просто переполнять голову. Мне их нужно отдать. Если я их не отдам, это... Пропадут. Они пропадут. И еще вариант, мне посоветовали книгу писать. Я вот тоже сейчас работаю, еще эта мысль зреет насчет написания книги. Что это у тебя за книжка? Говори красиво. Говори красиво. Это такое вот пособие для моих студентов, которые приходят ко мне на курсы. Это мой муж, он у меня и дизайнер, и видеограф, вот. Поэтому TV Beautiful People – это наше совместное детище, мы делаем разные проекты, видео, и вот это он сделал мне такой курс Светланы Отко, говори красиво. Здесь в основном есть мотивационные короткие записи, да, и человек должен сам вести конспекты, заполнять их, потому что одно дело, что я даю материал, а другое дело, как человек его пропускает. Учебное пособие через себя. Получается. Да, это как учебное пособие. Здесь есть разные цитаты, одна из них вот сзади написана, могу поделиться. Главное в ораторском искусстве состоит в том, чтобы не дать понять, что это искусство. То есть, как бы, искусство в том, чтобы человек не заметил, да, что это искусство, что ты готовился, там, тренировался. Это он, ты думает, делаешь... он просто пришел и так красиво говорит. А то, что да, подготовки, конечно. Часы, недели, конечно. Это важно. Годы, это никто не видит. И же. Люди часто недооценивают, например, чтобы стать хорошим телевизионным ведущим, они не знают, сколько человек учился, сколько он тренингов прошел, сколько он литературы сколько прочитал. Сколько он критики выслушал. Критики – это одно из тоже занятий, мы говорим о конструктивной критике, потому что я не разрешаю своим ученикам друг друга критиковать, других критиковать без того, чтобы похвалить сначала, да. Потому что конструктивная критика, она прежде всего состоит в том, что ты видишь и позитивные моменты, и негативные, и ты можешь предложить пути выхода из этой ситуации, дать какие-то рекомендации. Не просто сказать, ой, плохо ты говоришь, а надо уже сказать, где, какое слово ты пропустил, какое окончание. А сначала похвалить, сначала заметь, что хорошо.
спасибо, что пришел на курс и вышел смело говорить. Да, ты права. Нужно научиться поддерживать таких людей и замечать. И самое главное, чтобы люди понимали, это важно заниматься над собой. Важно, чтобы ты мог говорить красиво, чтобы тебе потом приятно было слушать. Конечно. А сейчас у нас «Розмовляй гарно» курс украинской мовы. В этом году очень многие люди меня попросили сделать курс на украинском языке. Так как я вильно володею украинской мовой. А это мы еще проверим, да. Так. Следующий эфир можем делать полностью на украинском языке. В принципе, сейчас, да, проходит курс «Розмовляй гарно», и вот мы уже до Нового года планируем завершить его, и в следующем году еще посмотрим, будет на украинском или на русском языке, ну, возможно, спрашивать. На английском, меня просят тоже на английском Кстати, сделать. Спасибо огромное. Кстати, ты же приехала в Америку уже с английским языком. Да. То есть... Я хорошо училась в школе. Да, у нас хорошо преподавали английский язык, и поэтому я не могу пожаловаться, что было... То есть это в школе ты выучила английский, и здесь и так легко на работу пошла? В школе, да. В школе, наверное, это грамматика идет, это база, все эти времена, построение предложений. А вот уже когда приезжают миссионеры, это практика, без которой, я верю, невозможно хорошо говорить по-английски без практики. И когда к нам приезжали миссионеры из Канады, из Великобритании, из Америки, я всегда была переводчиком в этих молодежных командах, миссионерских, и на таком простом уровне английский постепенно развивался. От школьного уровня он перешел уже в разговорный, и вот этот британский акцент, он немного отшлифовался благодаря американским друзьям, поэтому проблем не было. Когда мы сюда приехали, мы... Слушай, ты 2,5-3 года в Америке, и ты сейчас работаешь, ты по-английски преподаешь или как? Я преподаю частично на английском языке, я преподаю... Нормально ты учил английский, через 2,5 года преподаешь. А где ты преподаешь? Знаешь, я уже в Украине, я преподавала английский деткам, и я была переводчиком. Я синхронный переводчик, вот когда ты на сцене, можешь переводить, и многие отзываются очень хорошо о переводах и вообще о синхронном переводе, потому что не каждый человек может, знаешь, в одно ухо слышать один язык, сразу же моментально переводить. Мне это легко удается. Поэтому здесь, если нужны синхронные переводчики, хватит ли нам одной программы перечислить все, над чем ты работаешь, в чем ты участвуешь? Не хватит, давай сконцентрируемся. Давай будем бежать. Да, я в World Relief, и кратко скажу, да, я преподаю культурную адаптацию в агентстве по переселению World Relief. World Relief — это тоже то агентство, через которое мы приехали как беженцы, мы еще до войны приехали. Ехали нашей семьей как беженцы. У моего мужа в поколении очень серьезная история. Их дедушка сидел за веру в советские времена в тюрьме. И как бы там все, ну, как бы очень грустная история. Они тоже написаны в журналах, поэтому о нем можно почитать. И вот этот кейс, он еще тянется с тех времен. И благодаря тому, что наши как бы предки переехали раньше сюда, мы смогли также попасть сюда, и благодарим Бога, что это случилось до войны, потому что я думаю, что после войны бы мы уже не поехали. Может бы не смог выехать. Мы бы уже, потому что есть трое деток, он бы, может, и смог выехать, но, скорее всего, он бы волонтерить остался. Я бы, наверное, там волонтерила. Это сейчас здесь ты пытаешься сделать все возможное для помощи Украине, но я не знаю, как бы я себя повела на тот момент, если бы я была там, когда война началась. То есть, возможно, нас бы уже не было. То есть, скорее всего, Господь нас просто вывел в чтобы тот отсюда мы могли помогать. Да, и здесь мы уже можем помогать, когда ко мне на классы культурной адаптации приходят люди из Украины, я как раз делюсь с ними теми знаниями, которые у нас есть. Мы преподаем и на английском, и на украинском, и на русском, рассказываем основные моменты адаптации в жизни. Все, я уже хочу проверить твой украинский язык. Давай. Друзья, мы перейдем на несколько вопросов в украинскую мову. Давай. Світланка, ти дуже активна в житті української діаспори міста Сакраменто. Дякую. Розкажи, будь ласка, буквально на за пару хвилин проект «Добрий вечір, ми з України». Ти волонтер, ти участвуєш кожного 24-го числа, ти участвуєш біля Капітолія. Якщо так, за 2-3 хвилини все це можеш розказати? Так, звичайно, бо Україна – це вона в моєму серці. І проект «Доброго вечора, ми з України», він народжений саме любов'ю до України, до українців і бажанням підтримати українську культуру. І українці взагалі в еміграції. Тому в нас є корисні поради стосовно життя в еміграції. Це радіопроект. Це радіопроект на базі радіо Етно FM. У нас є 2 години часу кожної п'ятниці із 6 до 8 вечора, і повтори там по суботах йдуть із 4 до 6. І тому в нас є 5 ведучих, чарівні мої дівчата, моя команда. Ми разом із ними плануємо всі ефіри. В нас є там і сучасна українська музика, є корисні поради, є деякі психологічні аспекти. Ми запрошуємо пасторів,
служителі, що діляться духовною складовою життя в еміграції. В нас є корисні поради стосовно вивчення української мови. Тому декілька моїх знайомих нас слухають, вони російськомовні. І вони слухають програму «Доброго вечора, ми з України» лише заради того, щоб підтягнути свою українську. Так, тому це дуже-дуже класно. І ми інформаційно, звичайно, підтримуємо волонтерів Sunflower Society, що кожного 24 числа збираються під каліфорнійським капітолієм. Це просто посвячені люди. Вони, не зважаючи ані на дощ, ані на спеку, вони там... Будь-що відбувається, вони кожного 24-го числа там бо під Капітолієм. 24-го почалася війна, і тепер так, кожного 24-го лютого почалася війна, і тепер кожного 24-го числа вони там стоять до перемоги. І коли буде перемога, вони будуть вже святкувати. І я рада теж долучитися до цього активного волонтерського руху, бо я вважаю, це є дуже важливим, незважаючи на те, чи ти християнин, чи ні, ти можеш прийти і підтримати Україну, просто стоячи там із прапором, приймаючи участь у хвилині мовчання. Там є флешмоби, які записуються на відео і розповсюджуються потім у соцмережах для того, щоб підтримати наших військових, які там боронять мирне населення. І, звичайно, ще підписують волонтери петиції. Петиції – це теж дуже важливо. Хтось може казати, та, воно нічого не працює. Хто там почує. Так, але петиції, підписання, коли петиція, певна петиція набирає кількість, необхідну кількість голосів, вона повинна бути розглянена в Конгресі. Тому це не є просто, знаєш, так, якимось папірцем. Тобто люди підписують, і колись, якщо ми назбираємо певну кількість голосів, вони будуть розглянені, і люди зможуть так впливати на життя українців тут в еміграції, і також зможуть впливати на те, скільки коштів так Америка виділяє на допомогу Україні. Щиро тобі дякую. Мені так сподобалася українська. А ти теж дуже гарно спілкуєшся українською. Біля тебе я заговорив. Друзі, ми ще раз слухали Світлану, шикарно просто. Я буквально в двох словах скажу. Ти ж ще і мерч своєї одежди. Ти футбол. У мене є твої 5 футболок. Це «Добрий вечір з України», «Три зуби». Тобто ти підтримуєш волонтерів, і якщо щось заробляти, якщо. Тобто ми розуміємо, ти передаєш ті фінанси волонтерам. Але є один питання, мабуть, давай так скажемо. Я дуже хотів тебе пригласити в ефір. Потому что, ты знаешь, в последнее время не впечатляют меня те люди, у которых там они наши сверстники, но они очень богаты, у них все есть. А у мужа там машина за 100 тысяч долларов, у жены такая же самая, живут в самом дорогом районе. В наше время впечатляют те люди, которые муж и жена, и если еще повезет семья, они все в служении. Поэтому я очень хотел тебя пригласить в эфир, потому что ты из той семьи, где вы трудитесь. Любая возможность, радиопередача, волонтерство, курсы какие-то, там служение, корреспондент Тихоокеанского объединения. Кстати, за один день сколько максимум ты интервью сможешь взять? У нас во время последнего съезда, 85-го съезда Тихоокеанского объединения, мы Баптистского сняли... Братства. Да, Баптистского братства, мы сняли 21 интервью. То есть нас мы за сутки 21 интервью. Да, и получается, поэтому... твой муж, твои детки, они тебе помогают. Помогает в этом служении. Да. Это телевизионное интервью. Наш папа Виктор Иотко тоже. Он у нас, знаешь, это, наверное, у мужа моего по линии. Это идет как family, как дело какое-то, да, вот family business. Но это больше, конечно, как служение, а не как бизнес. Но это идет все, оно передается, наверное, генетически. Потому что мой сын сейчас уже снимает, он помогает снимать мои проекты. И ты ведущая, а твоя семья тебе помогает, чтобы это все было заснято. Монтаж, свет, да, подготовка, да, да, да. Так дальше. Да. Слушай, я думаю, что я смогу воспитать еще большее количество людей, ведущих, соведущих, потому что мы и в Украине, и здесь хотелось бы заниматься помощью развития медиа-команд в церквях, и мы предлагаем тоже делать какие-то мастер-классы, семинары для того, чтобы люди, которые хотят быть на камере, которые хотят быть behind the camera, они могли тоже развиваться, узнать какие-то элементы, как это все проходит, и чтобы делать, развивать это служение в своей церкви. Сейчас спасибо. В Grace Avenue Bible Church мой муж, он занимается развитием как раз медиа, служение, информационного служения. Я им помогаю, я веду инстаграм-страничку, и мы тоже как бы развиваем их social media, и мы тоже способствуем тому, чтобы молодежь принимала более активное участие в знаешь, в социальных сетях, но чтобы они не выкладывали, знаешь,
какую-то ерунду, знаешь, или что-то, а чтобы люди не стеснялись, не боялись выкладывать какие-то христианские ценности. Это могут быть места из Писания, это может быть церковная жизнь. Мне очень приятно, когда люди не стесняются. Если ты, например, на церковной страничке их отмечаешь, они могут сделать репост. Когда ты отмечаешь молодежь активную и потом видишь, что они стесняются сделать репост у себя на страничке, то о чем может быть речь, если человек, он стесняется сказать даже своим подписчикам о том, что он верующий? Это, мне кажется, большая печаль нашего современного общества, общества здесь, и поэтому основы видеоблогинга, которые тоже, кстати, входят в курс ораторского мастерства, это важно. Я считаю, что если бы Иисус сейчас был на земле, он бы был популярным блогером. Я думаю, чтобы он говорил о Боге не только вживую, он бы говорил во всех возможных соцсетях. Я же не говорю о том, что там... Использовал бы все ресурсы. Все ресурсы возможные, да. Меня тоже везде нет, я не успеваю. У меня Инстаграм, Фейсбук. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, у тебя все каналы YouTube развиваются. Есть. ТикТок, мои дети уже в ТикТоке, я отстаю. Я завела себе ТикТок, но я... Откуда у тебя время? Вы в служении, вы в церкви, вы ведущие. Тебя, кстати, муж диакон церкви, правильно? Да, муж диакон церкви. Муж в служении в церкви, дети в команде. Слушай, ну, а какие таланты еще у твоих деток? Буквально я благодарю нашу церковь, благодарю пастора Влада Трошина за то, что приняли нас здесь, дали возможность служить и продолжать развиваться. Я благодарю всех пасторов Сакраменто, с которыми мы соприкасались. И у меня, кто на интервью бывал, я от очень многих людей учусь очень многому, очень интересно контактировать с духовными людьми, со служителями, и мне нравится, когда люди могут здраво рассуждать о вере и не стесняются делиться христианскими ценностями. Светочка, буквально минутку тебя попрошу. Ты приходишь на иммигрантское служение. У нас многие церкви организовывают служение для иммигрантов, там сотни людей приходят, и ты часто спикер, ты часто там выступаешь, говоришь. За одну минуту расскажи, как вообще тебе иммигранты Сакраменто? Иммигранты как они впечатляют, Сакраменто. Расстраивают? Как они? Знаешь, меня очень вдохновляют иммигранты Сакраменто, потому что это те люди, которые приехали и хотят начать жизнь с чистого листа. Даже вот в Вифании мы были на служении «Помоги ближнему». Люди открыты, они тебя готовы слушать, они задают вопросы. И это ценно, когда человек не ставит себя на позицию выше. Я все знаю, я приехал, я вам сейчас расскажу, как здесь надо жить. Мы были такими же, и мы и сейчас учимся многому, потому что 3 года иммиграции, как бы чуть меньше 3 лет, это еще не срок, это не показатель, и мы тоже всего не знаем, мы тоже учимся. Поэтому иммигранты мне нравятся тем, что они готовы слушать, они готовы воспринимать информацию, и хоть бы как ни говорили, что очень многие требовательные, все дай, дай, я таких не встречала. У меня больше попадается людей, которые благодарны, которые просят, если что-то есть возможность, да, то дают, благодарят, то есть не попадалось мне таких, которые с наглостью прям все требуют. Боятся тебя обидеть, все-таки хорошая девочка, поэтому они ведут себя хорошо. Светлана, спасибо тебе огромное. Я искренне благодарю за то, что так рассказала свидетельство твоей жизни, свидетельство твоего творчества, то, что Господь тебе вложил, ты так развиваешь, ты стараешься другим людям помочь, это очень сильно впечатляет. Блиц, у меня несколько вопросов, нужно отвечать коротко, если можно, 30 секунд. Я постараюсь коротко, но ты видишь, Гена, мне сложно коротко отвечать. Потому что ты ведущая, потому тебя спроси один вопрос, ты легко будешь говорить. Ну, я постараюсь, хорошо. Ты максимум минута. Okay, за что бы ты хотела поблагодарить своих родителей? Родителей за жизнь и за то, что привили любовь к спорту. Угу. Какой самый лучший совет ты услышала в своей жизни для тебя? Услышала совет, что никогда не сдавайся и доверяй Богу, что бы ни случилось. Даже если все сложно, все равно доверяй. Да, если все сложно, доверяй Богу. Тем более доверяй Богу, потому что Бог тебя формирует для вечности, для того, чтобы ты максимально был приближен к образу Иисуса Христа. Поэтому что бы ни происходило, Бог шлифует тебя, и это нужно принимать. Спасибо. Это правда, что все ведущие, которые участвуют в каком-то духовном служении, их обязательно зовут еще свадебными ведущими? Это правда? Отчасти да, потому что меня всегда звали проводить какие-то мероприятия, свадьбы, дни рождения, концерты. Это еще в Украине было? Я всегда соглашалась, да, в Украине, и мне это приятно. Я люблю свадьбы, я люблю, когда молодожены счастливые, я люблю помогать гостям, приятно проводить время, конкурсы. Это прям моя стихия.
стихия, знаешь, вот дни рождения, и это не только, знаешь, концерты, когда огромные толпы, да, там, когда большие евангелизации, я такие тоже люблю проводить, но когда ты общаешься с людьми непосредственно, это, наверное, мне ближе к сердцу. Кстати, да, ты принимаешь любой вызов. Или это небольшое мероприятие, или это мы с тобой были ведущими дальней залаженности Украины, да. Поэтому честь имел с тобой провести. Да, спасибо, Гена, мне тоже было очень-очень приятно. Да. Но ты знаешь, мне легче быть тоже в паре с кем-то вести, потому что большая часть наших проектов еще в Украине, у нас тоже были пары, да, либо там девчонки, либо парень, девушка. То есть мы умеем рассчитывать друг на друга, полагаться друг на друга, и намного легче, когда ты можешь кого-то поддержать. Одиночные мероприятия я тоже могу проводить, и это тоже своего рода, есть моменты, да, когда ты только сам на себя рассчитываешь, ни от кого не зависишь, вроде бы тоже есть какие-то преимущества, но я все же люблю работать в команде, я командный игрок. И, возможно, люди легче воспринимают, когда два человека ведет, тоже интересно. Хорошо, у тебя есть хобби, кроме прыжков с парашютом и гребли? Гитара. Гитара, да? Гитара, бас-гитара. Здесь, к сожалению, Америка меня... Мне кажется, меня Америка немного приземляет и делает более материалистичной, потому что, ну, к сожалению, я уже гитару не брала, наверное, почти 2 года в руки. Иногда возьму там что-то, поиграю, но уже не то, знаешь, нет той любви. Надо бежать на работу. Да, мне кажется, здесь жизнь в Америке тебя настолько затягивает, ты работаешь... Надо оплатить дом, там, коммунальные услуги. И надо все успеть. Надо все успеть, и, знаешь, и дети, и семья. И я благодарю, да, за то, что вот есть дети уже, которые подросли, они помогают, муж очень сильно поддерживает, помогает. Служение нужно тоже успеть, и нужно еще не забыть про себя, восстановиться, потому что, когда ты на износе, когда ты выгорел, ты не можешь эффективно служить. И я думаю, что каждый человек, он должен наполнить себя, не забывать о том, чтобы восстанавливать свои ресурсы для того, чтобы эффективно служить. Как ты восстанавливаешься? Я сплю. Вот я восстанавливаюсь, я сплю. Потому что это большой стресс, во-первых, вообще переживания, тем более как вот прямые эфиры. Вы знаете, друзья, здесь же нельзя ошибаться, вот никто не будет поправлять. Вот так, как сказал, так и останется. И это, конечно, человек устает, это тяжело. Тебе нужно просто отдохнуть, прийти в норму. Да, хорошо. Я когда сильно устаю, я просто вот отключаюсь и сплю. Однажды ты сказала, мы все результат чьей-то молитвы. О чем это? Это о том, что за меня когда-то молились. Я до того, как пришла к Богу, я узнала потом, что за меня несколько лет молилась моя подруга в этом студенческом центре в Альфа-Меге. Когда я была в лагере, за меня на протяжении всех этих 10 дней тоже молились лидеры. Я этого даже не подозревала. Они молились о покаянии молодежи неверующей, которая была в том лагере. И по молитве других людей Господь привел меня, я пришла, я открыла свое сердце для Него, и получается, что я результат чьей-то молитвы. И получается, что я теперь могу молиться за кого-то, и я верю в то, что ни одна молитва не остается неуслышанной. Мы, когда молимся, Господь слышит нас в любом случае, просто может быть еще не время. И одна, две, я не знаю, там, молитвы, это не то, что там вы молитесь. Нужно постоянство в молитве, нужно ежедневно, ежечасно, ежесекундно молиться для того, чтобы получить какой-то результат. Поэтому я хочу вдохновить слушателей не переставать молиться, потому что даже если ваша молитва еще не отвечена, вот посмотрите на меня, если... Я результат чьей-то отвеченной молитвы. Да, я результат чьей-то отвеченной молитвы, и ваши дети, ваши внуки, если даже они сейчас ушли из церкви, если они живут во грехе, они могут вернуться к Богу. Просто благодаря не переставайте молитвы. Благодаря вашей молитве. Подключите к этой молитве друзей, родственников, церковь. Пусть чем больше людей молится, я верю, тем эффективнее молитва. Но это не значит, что молитва одного человека неэффективна. Молитва, она всегда будет услышана, поэтому главное не сдаваться. Вот эта внутренняя уверенность в том, что молитва, она будет отвечена, то это важно. Thank you.